Приветствую вас, друзья. В этом видео поговорим с вами про новинки, что нас ждет в ближайшее время в игре. В конце этого месяца, вот он уже прям заканчивается, в начале следующего месяца, ну и в будущем тоже. Но вначале расскажу про две новые активности на моем канале, которые я придумал. Первая активность очень простая, халява для вас, в виде розыгрыша золота. Под этим видео и под следующими пишите комментарии от 5 слов и более. В конце пишите свой никнейм. Случайным образом буду выбирать 3 победителя по 500 золота. В следующем видео буду оглашать победителей, ну и напоминать вам, что эта активность будет продолжаться. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки, дизлайки, писать комментарий, ну и не забывать про свой никнейм. Это все уже под этим видео, можете начинать. Вторая активность, которую я придумал, это выкуп танка. Эта активность позволит вам получить то, что вы давно хотели. Заказать танк, который старенький, допустим, на котором я уже давно взял 3 отметки. Вы спрашиваете, буду я катать на нем или катал, 3 отметки есть или нет. На огромном количестве танчиков я уже взял 3 отметки, катать их по второму кругу, когда уже на них есть 3 отметки, такое себе. Никакой цели в этом нету, это неинтересно. Поэтому вы можете заказывать абсолютно любой танк, даже где есть 3 отметки у меня. И если на основном аккаунте 3 отметки есть, я буду катать на пресс-аккаунте. И вы сможете посмотреть абсолютно любой танк, какой хотите. От 5 уровня и до 10 можете выкупать любой танк за любой донат. Я буду его катать до 3 отметок. Если кто-то выкупит танк за большую сумму, то я пересяду на него. И после того, как докатаю тот танк, вернусь на предыдущий. Таким образом, выкупленные танки будут составлять между собой конкуренцию в сумме выкупа. Я создал онлайн-таблицу, где буду записывать, что и за сколько вы там навыкупали. Я это придумал для того, чтобы... Во-первых, вы могли заказать танк, который давно хотели посмотреть в нынешнем рандоме, поскольку многие танки я откатал на 3 отметки уже очень давно, много лет назад, и те результаты вообще не актуальны. Также это стимул для меня, поскольку мотивации катать танки на результат особо нет. Такие две активности я для вас придумал. Одна интересна для вас и для меня, вторая халява, поэтому можете пользоваться. А теперь поговорим про то, что нас ждет в игре. Закончился у нас турнир «Легендарная семерка», и уже можно покупать предзаказ на следующий турнир. Покупать 2D стиль с уникальными отметками, очень красивые, мне нравится, я уже себе по предзаказу взял. Брать вам или нет, решайте сами. В турнире «Легендарная семерка» я в розыгрыше выиграл 750 золота. Также в одном из турниров там сколько-то золота тоже немного выиграл. Плюс сам стиль у меня остался. И я не сказал бы, что я прям недоволен. Активность прикольная, можно было даже поучаствовать в ней побольше, просто я не успевал за всем уследить и везде поучаствовать. Я вот 25 мая записываю этот видос. А Лунная Роза 2D стиль нового турнира уже столько накупили, что призовой фонд следующего турнира уже почти 3 миллиона. Я напоминаю, что призовой фонд составляется из продаж этого стиля. Сколько мы накупим, такой призовой фонд и будет. Еще 13 дней будет предзаказ со скидкой 10%. После того, как предзаказ закончится через 13 дней, в течение одного дня вы получите свой 2D стиль. Красивый весь такой. Такое мероприятие людям зашло, онлайн на стриме там был большой. Призовой фонд тоже был большой. Поэтому мы видим, что эта движуха продолжается. 31 мая завершается табель-календарь майский. Бонусы каждый день. Я думаю, многие, как и я, забыли, что оно там существует. Прикол в том, что там нужно каждый день заходить, нажимать кнопку на сайте в этом календаре, а потом заходить в игру и получать награду. При этом, если вы какой-то день пропускаете, то награду вы не пропускаете, они получаются по очереди. 1 июня стартует июньский табель-календарь, насколько я понимаю. Посмотрим, будут ли в нем какие-то изменения в лучшую сторону. Я так понимаю, награды не всем интересны были, да и многие забывают про это. Также 7 июня заканчивается у нас боевой пропуск, 10 сезон. Ну и в начале июня начнется следующий боевой пропуск, 11 сезон. Если вы прошли в боевом пропуске все 3 главы, не забудьте потратить все очки. Именно очки сезона. Жетоны можете там копить, собирать на какие-то танки. Но очки надо потратить. Также 7 июня заканчивается у нас натиск Алый Грифон. Я благополучно в него не играю. Боев 20 скатал. Дальше интереса катать никакого у меня лично нет, но режим вроде как нормальный, в него можно играть, но у меня стимула и интереса вообще в него нет играть. Я вообще без понятия, зачем в него играть лично мне. Я в него наигрался еще в прошлый раз, награды мне не интересны вообще. Камуфляжи у меня там сотнями складируются,
Они мне вообще не особо интересны. Какие-то там ресурсы, я тоже не знаю, что с ними делать. У меня все танки прокачаны, все танки стоят в ангаре. Все обмазано всеми ресурсами вдоль и поперек. Мне вообще никакого стимула в это играть нету. А в сам режим, в его геймплей я наигрался еще в прошлый раз. То, что там какие-то изменения добавили, это, конечно, прикольно, но основная суть осталась та же самая, поэтому мне лично вообще не интересно. Также 1 июня заканчивается у нас марафон событий «Сборочный цех» на огнеметы. И нужно в каждой главе пройти по 6 заданий, чтобы получить у нас главный огнемет. Тратить на него там 4000 бон или 4000 золота или нет, решайте сами. На мой личный взгляд, если у вас, как и у меня, все прокачано, делать вообще особо нечего, то можно взять просто для разнообразия. Зайдет вам огнемет или нет, вы только сами узнаете, когда на нем поиграете. Я не могу предсказывать будущее. Но если у вас с ресурсами все плохо, все туго, и вы, в принципе, не сильно наигрались и на остальных танках, я бы так сильно не упарывался. Если вам и без огнемета в игре есть чем заниматься, и много чего интересного вы еще не видели в игре, то можете особо не спешить. Смотрите сами. Это все, что нас ждет в ближайшее время в игре. Также там не за горами патч 1.21 с новой картой в линии фронта Фата Моргана и обновленным разделом достижения в игре. Я так понимаю, многие вещи, которые разработчики делают из-за того, что они там команду набирали или еще не донабирали, некоторые вещи откладывают на потом, некоторые на сильно потом, некоторые на чуть-чуть потом, поскольку не успевают, либо не хватает рук сделать все и сразу. Поэтому там всякие четвертые отметки ушли вдаль, некоторые еще вещи, которые в следующем патче тоже. В принципе, и так неплохо, что в игре что-то там происходит, есть какие-то активности, поскольку летний период в играх — это самый неактивный период. Самых грандиозных патчей стоит ждать осенью, когда будет снова возвращение аудитории в игры. Поэтому терпим лето, ждем осень. Также эксклюзивно из всех утюгов тайная информация, что в этом году вернут карту Сталинград. Ее там на супертесте тестят. Знаем, что у супертестеров есть NDA, они там не разглашают туда-сюда. Но уже из всех утюгов эту карту показали. Ну и, скорее всего, говорят, что осенью она будет. Вот такая вот тайная информация, которую уже со всех сторон все везде показали. Когда эта карта выйдет, мне есть что про нее рассказать. Поговорим про эту карту подробнее. Карта на самом деле неплохая, если ее доработают. Не забывайте писать комментарии с никнеймами. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.